Рассказываем. Заработала, да. Музыка была, картинка была, музыку я включила. Мягкая такая. Отлично, веселая. Это хорошо, что веселая. Все хорошо. Я сама рада. Результат у нас достаточно хороший после курса. Крутит после тотала. Ну, конечно, все работа шла и по деньгам, и считаем, сколько раз по чакрам прошлись только. Все хорошо. Не было музыки. Преобразовательно. Очень хорошая, теплая, умиротворенная. Хорошая, спокойная. Предпраздничная. Угу. Ну, сразу напомню, мы сейчас хорошо, я вспомнила. В конце курса сказала, все, все хорошо, у нас все чудесно. В прошлом году и до этого несколько лет назад мы в прямом эфире ловили схождение благодатного огня. Это будет в субботу. Если будет желание, присоединяйтесь. Во-первых, естественно, работать будем под энергиями. Это было такое, да. Вот, под энергиями. Плюс это получится у нас энергетическое путешествие в Иерусалим. Вот. И что даже оно неинтересное, просто невероятное было. Мы поджигали свечи в тот момент, когда этот огонь сходил. И вот невероятное, что этот огонь вот, у девчонок, да, которые в прямом эфире принимали, он первое время, первые минуты он не обжигал. Вообще необъяснимо, да. Где Иерусалим, схождение благодатного огня, который не обжигает, не палит волосы. И где мы в разных концах мира находились. Угу. Можно всем, конечно. Без разницы, какой вы веры, абсолютно без разницы. Просто там энергии, там эмоции. У меня слов нет. Ловить будем, он же по-разному сходит. Вот будем сидеть и караулить в прямом эфире. Вот. Надеюсь, поймаем. Будет шикарно. Ладно, девчонки, мальчишки. Будем. Такой момент надо ловить. Сегодня познакомимся с матрицей святых стихий. Кто-то с ней уже знаком. Эмоции волшебные. Нереально волшебные. Там захлебываешься, сидишь. Надо все в жизни попробовать. Вот. С кем-то мы уже работали. Честно скажу, ну я говорила, да, одно время работаешь энергиями, работаешь, потом раз, из головы вылетает, начинаешь работать другими энергиями. Это знакомо тем, у кого энергии много. Вот. На каждую ситуацию, сами понимаем, да, разные энергии. Вот. Я давно ими не работала, святыми стихиями. И тут у нас был курс «Энергетические столбы силы». Я была в восторге. Вот натурально была в восторге, потому что работа шла, ну, просто супер сильная. Кто на вебинаре был, слышали, да, я рассказывала, что такое энергетические столбы силы, с чем их едят, для чего они вообще. И я решила поработать стихиями. И мало того, что мы восстанавливали вот эти вот наши столбы силы, это столб огня, столб
золота или столб земли, столб воды и столб воздуха, мы еще и сбалансировали стихии. Полностью согласна, что попробовать надо. Или со столбами. Вот. Эмоции у меня тоже поперли конкретно. И что интересно, я все-таки думаю, мало того, что мы круг замкнули, да, четыре столба, мы активировали, прочистили, я надеюсь, вы с ними еще работаете, потому что подделывать нужно, нужно расширять горизонты. Про курс, угу, ясно. Вот. И помимо всего прочего, мы активизировали стихии в себе. Мне очень, добрый вечер, мне очень понравилось, как эти стихии работают. Работают они, конечно, шикарно. Давайте сразу, чтобы, наверное, откроем святой огонь. Энергия, святой огонь. Что эта энергия делает? Используется при очищении в любых объемах, при исцелении, для диагностики и гармонизации чакр и всех меридианов в теле человека, для решения спорных вопросов в судебных делах сжигаются демонические привязки и демонические сущности. Святой огонь. И более продвинутое продолжение этой энергии. Святая стихия огня. Святая стихия огня. Здравия. Эту стихию мы направляем вовне на то и на тех, кто нам мешает, перекрывает дороги завистью, сглазом, злобой. Стихия огня ориентирована на битву. Обратили внимание, когда я активировала энергию «Святой огонь», я почувствовала, что эта энергия достаточно тяжело проходила. Поэтому я посмотрела, подумала и открыла святую стихию огня. Энергия пошла легче внутри нас. Святой огонь, он внутри нас. Расставляет по полочкам. Чуть попозже расскажу, что вообще матрица святых стихий делает, для чего она. Параллельно идут, да. На колдунов вот тотальное очищение у нас было. Я практически на каждом сеансе работала. При очень хорошей наработке, при
очень хорошем сознании, раскрытом. Сознание, самопознание, осознание. Собственно говоря, с этими энергиями можно творить чудеса. Но, честно говоря, я до этого не дошла, потому что как бы не считаю нужным. Но, честно говоря, возможно, надо будет поработать. Мне просто интересно, насколько это будет в натуре проявляться. Матрица святых стихий, она ориентирована на воинов света, конкретно на воинов света. Там, конечно, осознание должно быть очень высоким. В первую очередь не навредить, но не навредить тем людям, кто к тебе обратился, и то в том случае только, если это не колдун, это не тот человек, который делает гадости, да? Потому что сдачу давать нужно. Воин, он никогда не будет рассусоливать, думать о прощении, потому что умолчание, закрытие глаз на какую-то ситуацию, оно приводит к ухудшению любой ситуации у человека, в семье, в социуме, в мире. Я надеюсь, что вы все это все прекрасно знаете, осознаете. Практически все вы знаете меня, знаете мое отношение к прощению, вот, отношение к тем, кто лезет туда, куда не надо. Так, не все мою позицию знают. Сейчас разберемся, потому что, ну, по сути, это касается воинов света. Я слышала, если человеку простить, то обратка к нему полетит сильнее и быстрее. Так ли это? Нет, это категорически не так. А, Людмила, вот элементарно, да? Добрый. Просто можете посмотреть по себе, по своим знакомым, люди, которых вы знаете. Те, кто прощают, добрый, обидчиков, хотят всем помочь, всему миру. Добрые, белые, пушистые, вот действительно от души стараются это делать, да, потому что нас этому учили. Как эти люди живут? Такие люди живут. Добрый. Ну, скажем так, не очень хорошо. У них не хватает денег, да, плохо живут. У них не хватает здоровья, у них не хватает энергии. Почему? Потому что свою энергию такие люди отдают посторонним людям. Я считаю, что мы все в первую очередь должны думать о себе. И только потом, если у вас остается время, энергия и желание, попытаться подумать о ком-то еще, о других людях. И то в том ключе, что дать лопату, а не кусок хлеба, чтобы человек сам задумался о том, что нужно ему делать, а не тащить на себе.
Хабину думать, стараться что-то найти для человека, как-то ему помочь. Согласна. Теперь вернемся. Прощать обиды или не прощать. Дело в том, что если человек простил обидчика, он теряет все свои заработанные права, заработанные очки, заработанную энергию. Он простил обидчика. Обидчик чувствует себя прекрасно, чудесно. Поимел человека, которого обидел. При прощении дополнительно хапнул еще энергии. На карме. Карма у него списалась. Вот эта гадость. А тот человек, который простил, он мало того, что получил обиду, расплатился со всей дури за ту обиду, которую нанесли ему, отдал огроменный кусок своей энергии и плюс еще кармически взял отработку своей же обиды на себя. Прикиньте, вообще жестко, обалденно. У меня вообще слов нет. И вот стоит ли прощать? Просить прощения стоит. Очень хорошо просить прощения. Вдруг простят. Вот. И прощать не стоит еще потому, что человек просит прощения за что-то одно. Да? А мы же со всей нашей широкой души, с дури, прощаем скопом все и сразу. И по прошлым жизням. Поэтому люди мудрые, когда отвечают, Бог простит. Если обидел неосознанно, Тань, так не бывает. Но не бывает-то. Если человек обиделся на что-то, то это уже, извините, это его проблемы. Вообще обижаться не стоит. Можно разозлиться. Так, вчера сходила на кладбище убрать могилки у родителей, не знаю, что я там подцепила, у меня сильно болят пятки, не проходит боль, что мне делать? Надюш, ну вот сейчас вот энергия работает. Вообще на кладбище нельзя есть, пить. Желательно вообще идти с открытыми энергиями на защиту. Вот. На здоровье. Добрый. Как быть в прощённое воскресенье? Вот. Я только что ответила. Бог простит. У меня такое было, повторяется, да. Я просто сделала выводы. И вот поверите, не поверите, да, ну, тут уже, в принципе, дело не идет, поверите, не поверите. Реально, у меня жизнь очень круто изменилась, когда я это приняла. И если человек один раз подставился, вас подставил. Я с таким человеком больше не общаюсь. Вот реально. Потому что Вселенная дает вам посмотреть, чтобы вы увидели, что этот человек из себя представляет. Вы не увидели, простили, закрыли глаза, что вот да, возможно, человек изменится или еще там что-то. Дальше ситуация пойдет с утяжелением. С этим человеком или в какой-то другой области. Ситуации начнут повторяться до тех пор, пока вы не поймете, не примете и не начнете исправлять. Вы правильно все говорите, но это не исключает прощения. Это же не значит, что ты все безнаказанно отдавать. Как-то вы странно толкуете. Сначала раздать всем, Ирина не совсем поняла, сначала раздать всем сестрам по серьгам и простить. Я напрощалась, а мне в этой жизни хватило выше крыши, я больше этого не делаю. Я просто сама через все это прошла, поэтому я говорю. Вот.
трактую так, как сама вижу, как через себя все пропустила. Так что я не навязываю свое мнение, я всегда говорю, это мое субъективное мнение. Каждый человек живет так, как знает, так, как ему удобно, так, как считает нужным. Как вести себя, чтобы не тащить свои обиды, как мешок с камнями? Тяжело же тащить. Тань, просто не обижаться. Зачем обижаться? Я уже не помню, что это такое. На здоровье. Зачем жить с обидой? Ну ладно, там под энергиями вычистили. Добрый. Вычистили, убрали обиды и забыли про них. Что копить? Зачем об этом думать? Прощение и обиды – это абсолютно разные вещи. Не надо их путать. Надо из всего делать выводы. Не знаю, как оттолкнуть человека. Просто не общаться с ним. Правильно, прощать себя нужно. Молодец, вообще не обижаюсь. Зачем? Все идет так, как надо. Вот. Обида – это агрессия на себя. Люб, вот абсолютно права. Абсолютно. Вот. И вот именно, что матрица святых стихий вообще идет посвящение в этот блок после матрицы Творца и после матрицы Господа. И мстим себе, да. Но почему-то пошла информация, что сейчас можно дать посвящение в эту матрицу вперед. Будет помогать и будет работать. Конечно, нужно развиваться, понимать, принимать, осознавать что-то, и будет работать еще лучше. Почему, вероятнее всего, почему пошла такая информация? Скорее всего, потому что пошло достаточно активное повышение вибраций у планеты. И тут нужно работать с собой именно стихиями, потому что идет гармонизация, балансировка всего организма на тонком плане, на физике. Работа с собой. На физике работа, естественно, а стихиями идет мягче, потому что стихии – это мощь. Мощь очень сильная. Вот. Матрица святых стихий для выхода на новый вибрационный уровень планеты. Немного по-другому он идет работа по очищению, гармонизации элементов в нашем теле. Их немного, 16 энергий, но охватывают абсолютно все. И в первую очередь, на что нацелены эти энергии, это работа с собой. Работа внутри себя, познание себя, раскрытие себя, раскрытие и повышение, прибавление энергопотенциала. Вот. Вот, например, опять же вернусь к курсу «Энергетические столбы», столб огня, который мы прокачали, наполнили святым огнем. Столб огня располагается со спины
на расстоянии 20 сантиметров. Контактирует с первой и второй чакрой. И когда шла работа, я так думаю, что просто энергиями бы так не получилось, как стихией. Пошло в разнос. Такие вибрации шли по телу, что у меня просто слов не хватало. Нереально. С этими энергиями можно также работать и с человеком, с собой, с помещениями, с животными, с растениями, с пространством вокруг себя. Аура, диагностика, снятие негативных магических программ, порчи, сглазы, проклятия, родовая карма, личная карма, различные личные программы, которых у нас ВОЗ и маленькая тележка. Также ставится защита, работа с чакрами, с тонкими телами. Идет очищение, именно очищение физического тела от болезней. Не лечение, а очищение. Гармонизация пространства. Гармонизация работы внутренних органов. Потому что на самом деле мы... люди Земли, люди планеты. И работа со стихиями, она очень, очень хорошо влияет на организм. Вот, например, святой воздух. Святые стихии я сейчас больше трогать не буду. Перед перечислением еще заострю внимание, что более высокий уровень матрицы – это воин света, это планетарный уровень, это работа с планетой, это работа в астрале, в космосе. Это работа с другими планетами. И гораздо более сильная работа со своей планетой, более высокий уровень в неблагоприятных точках и в экологически неблагоприятных точках, и где терроризм, войны или... вулканы, землетрясения, наводнения. Это можно даже остановить. Негативные вибрации планеты. Но это, естественно, сами понимаете, это очень высокий уровень, это очень высокое осознание. И почему я, тема была как раз поднято прощение и обиды, у воина просто не должно быть сомнений. Элементарный пример приведу. Ну, обида, вас обидели, поступили неправомочно. Это могут быть родственники, друзья, коллеги. Начальство. Понимаете, да, что обиды разные. Вот. По сути, это нападение. Это забор, воровство чего-то вашего личного. Воинская отрешенность и свобода от эмоций. Угу. Вот смотрите, элементарный пример. Если одно государство нападает на другое, вот это вот государство, оно будет молчать? Нет, оно соберет армию и пойдет войной. А почему люди должны молча глотать
проживать обиды и прощать. Мы точно такие же люди, с достаточно высокими вибрациями. Лен, вот сейчас не знаю, как оттолкнуть человека. Вспомнила энергия, вот мне очень нравится эта энергия, поток удаления сексуального импринта. Люди раскалываются, сыпятся только так, когда начинаете работать этой энергией. Мы когда курс этот проводили, это было года 3 назад, наверное, да? 3,5. Ой, творилось вообще что-то, нечто. Слов не было. Самые близкие друзья, подруги звонили без причины, крыли матом. Потом звонили, извинялись, не знаю, что на меня нашло. Это вот проявление. Ненужные люди уходят из вашего пространства. Когда вот со мной это приключилось первый раз, я, конечно, в депрессии была. И вот после этого я сказала, что если человек один раз, простите, меня обосрался, второго шанса я давать не буду, потому что ни к чему хорошему это не приводит. Ты все равно это все помнишь. Ничего хорошего это не это не приносит. На себя, только на себя. Если вы с кем-то работаете, человек пришел к вам как клиент, или это близкие, то да. Но не до того человека, от которого вы хотите избавиться. Или я очень чувствительна, эмоционально работаю над собой, очень сложно. Свет, достаточно много энергии, которые выравнивают энергетику, эмоциональность. Или элементарно земная энергия из космоэнергетики хум. Самое элементарное. Поток удаления сексуального импринта. Вот. Вот. Так, сейчас пока не забыла, как обычно. Я увлекаюсь. Решила я провести 1 мая. Я тоже пусси люблю. Вот пусси и очищение организма, тела от токсинов. Вот я их просто обожаю. Шикарно. Шикарное воздействие, обалденные результаты, у меня просто слов на них нет. В 1 мая, но правда там написано в 21, нет, не в 21, в 20. Я проведу тестирование, грубо говоря. На самом деле это будет работа, это будут сессии с этими энергиями. Все, что они делают. Плата чисто символическая. 9 дней, 9 сессий по 100 рублей. Но удаляются не только ненужные люди, связанные с сексуальной энергией, но и все остальные ненужные. Абсолютно верно. Те люди, которые загрязняют ваше пространство, те люди, которые мешают вашему развитию, вашему движению вперед, там очень-очень большая чистка идет по людям. С первого. Ну, а ты получаешь, что ты переживаешь? И в мае же будет посвящение в блок энергий. Ну, тебе оно, в принципе, не особо нужно, потому что мы будем проводить посвящение. Посвящение этого блока 33 тысячи рублей.
Но решила я сделать 50% скидку. Посвящение будет проходить в три этапа. Сначала святые, а потом второй этап святые стихии, ну и третий этап уже полностью. Закрепление посвящения по всем энергиям. Я потом попозже распишу, просто следите за рассылками и цены озвучу. Угу. Очень большую работу делают. Очень большое происходит раскрытие человека как личности. Стабилизация себя, стабилизация внутреннего и внешнего пространства, осознание. И вот честно скажу, да, когда мы работали групповое, проводили, я такой мощи ни на одной энергии еще не чувствовала, как на стихиях. Супер. Я потом распишу. Самое главное там, что у нас идет, ну, как бы самое необходимое, можно, наверное, будет так. Смотрите, святой воздух, святой огонь, святая вода, святая земля. Вот эти вот основные можно будет даже дать отдельно. С 1 мая. Почему не написано? А, не написано, да, правда. С 1 мая в 20 Москвы. Вот. Правда, не написано. Ну, иногда девчонки, мальчишки, реально ум за разум заходит. Лена, когда составляла, она говорит, я не могу, я вся горю. Вот именно эту страницу она делала по стихиям. Вся пылала, все что-то у нее происходило. Поэтому говорю, иногда эмоции зашкаливают. И как, мозг не всегда срабатывает. Что сделать, чтобы желания сходились с возможностями? Желать? Леночка, желать. Я начинала с малого. Я просила, чтобы мне подарили... Ну, хотя бы самый дешевый пылесос. Элементарно. Мне его подарили. Потом я захотела, ну, такой небольшой хотя бы телевизор тоненький. Я пошла его взяла в кредит. Потом я захотела холодильник. Не помню уже за сколько, за 1000, за 1500 долларов. Мне стало возможным его купить за 300 или 500 долларов. Леночка, у нас в группе в видеозаписях есть 100 желаний. Есть вебинары, в которых я говорю, как нужно это делать. Просто как. Посмотрите, пересмотрите. Может быть, что-то новое для себя услышите. Вот именно что услышите. И поймете, опять же, свою энергию не разбазаривать, никому ничего не давать, не подавать. Я из дома никогда не даю соль, сахар, хлеб, тазик, соседи, если приходят. Мы же как, нас учили, мы все добрые, белые, пушистые, всем надо помочь. Человек сидит бедный, несчастный, ему же надо на хлебушек подать.
Своими руками просто элементарно отдаем деньги, здоровье, удачу. Некоторые люди этим пользуются просто. Нужно выставить четкие ограничения для себя, что можно и что нельзя делать категорически. Когда я работаю с человеком индивидуально или курс какой-то, я вам постоянно напоминаю, когда с вами работает целитель, ничего никому давать нельзя, ни попрошайкам. Галь, это совсем другое. Угощение, гости пришли, а когда просто пришли и попросили, это другое. Сейчас, извините, магазины работают. Шуршите в магазин. Не дам, категорически не дам. Потому что на самом деле наелась выше крыши. Вот. Так, о чем я говорила? Ага. Когда с вами работает целитель, ничего отдавать нельзя, потому что вся работа пойдет на смарку. Вы сами своими руками все перекроете. Но все люди, которые сейчас присутствуют на вебинаре, ходят на вебинары, развиваются, работают с собой, вы работаете с собой. Вы работаете с собой как целитель. Вы выпрямляете потоки, вы направляете потоки на себя. Для чего? Для того, чтобы лучше жить. В первую очередь лучше зарабатывать, позволять себе гораздо больше, чем вы сейчас можете. И в этот момент, да, вы с собой работаете. Кто-то приходит, и вы ему веник дали. Я не матерюсь. Просто хоп, и все перекрыли полностью. Вся ваша работа идет на смарку. А вы работаете с собой постоянно, соответственно, делаете выводы. Коллегам занимать нельзя, перехватывать нельзя. Что вот там за обед. Ты за меня сегодня заплати, и тебе потом завтра отдам или послезавтра. В автобусе ты за меня заплати. Если у вас есть желание, да, просто заплатите, но не в долг. Не ждите, что вам дадут, отдадут. Жизнь меня научила, не даю, не просят. Круг общения снизился до 2 человек. Лен, я тоже не даю, не просят. Круг общения у меня... Очень маленький. Но я общаюсь с вами, с такими же, как я. Вот, да. Я говорю с вами. Вы все прекрасно знаете. Я вас пинаю очень часто в этом плане, в этом отношении. Перестройка идет. Вибрации меняются. Осознание меняется. Мозг элементарно меняется. Да? И я рассказываю только то, что пендель ты наш, волшебный пендель, еще какой. Кто особенно индивидуально, а еще лично прошли через мои ручки, это прекрасно знают. Я общаюсь с вами, с единомышленниками, абсолютно. Да, а у нас вы. И, в принципе, мне этого хватает. Раньше, да, казалось, ну, друзей должно быть много. Но на самом деле-то друзей раз-два реально и общался. Остальные, ну, просто знакомый.
Так, Наташ, когда мы у тебя спрашиваем про отсрочку платежа, это тоже как давать в долг? Нет. Это именно отсрочка. Я ее воспринимаю как отсрочку. Вы сами мне пишете, какого числа. Это просто также обмен энергиями идет. А если попросила 500 рублей сегодня перевести, я на следующий день отдала, так тоже нельзя. Нет, если вам кто-то дает в долг, я вам реально говорю, это хорошо. Если вы хотите сохранить свое, не давайте. Понимаю, что игра в одни ворота идет, но я не даю и я не беру. Когда этот принцип будет внутри вас, вам просто не нужно будет ни у кого деньги занимать для каких-то там целей. Их будет достаточно. Ну, так что это нормально все. Чудесно, прелестно. Первое время, да, очень тяжело отказывать. Знаете, я была очень добрым человеком. Бабушка про меня всегда говорила, господи, как не соврать, дура простодырая, вот. Себя последнее снимет и отдаст. Сейчас я близко не такая. Ну вот и я сидела, дура простодырая, без денег. Тоже сейчас стараюсь не брать. Как только друзьям не дашь денег в долг, то я уже и враг, и друга потерял, не жалею об этом, абсолютно верно, это не друзья. Что говорить, когда в спину желают, если не подал? Энергии, энергии на себя открыла, возврат энергии, фигу там внутри скрутила, щит у себя за спиной поставила, и отдача обратно полетела, махом, особенно цыгане. Защитные энергии какие-нибудь открывайте, сумасшедшие. Мектабу. С Мектабу всех колбасит, кто желает. Тоже такая была, да? Я не говорю непроверенные факты. Через все это я проходила сама. Все я это прекрасно знаю. Как тяжело поначалу отказывать. Очень тяжело. Себя ломаешь, выкручиваешь, так себя чувствуешь ужасно, как будто ты, я не знаю, ну, ограбил, убил и съел еще человека. Жесть. Сейчас прекрасно я себя чувствую. Раньше приходилось и брать, и давать. Сейчас, слава богу, просить перестали. Сама не прошу, абсолютно правильно. Я когда-то читала, каждые 100 рублей, вложенные в ребенка старше 18 лет, лишают его тысячи. Лена, абсолютно согласна. Щиты из МГ можно ставить. Да любую, просто любую энергию. Какая первая в голову придет, там не можно, а нужно. И оружие из матрицы тоже нужно открывать в такие моменты. Вот. Вот так вот, девчонки, мальчишки. У нас сегодня с вами такая пространная лекция, всякая разная, прошла. Вот, интересно, да, и мне интересно. Я поэтому и общаюсь, рассказываю. Потому что поднимаются те темы, которые интересны и вам. Опять же, приятно пообщаться, да. И они полезны. И я надеюсь, ну, возможно, не с первого раза, возможно, не сразу, но тем не менее, когда-то придет время, что вы, ну, начнете поступать. Так, как нужно. Я себя на самом деле очень долго
перебарывала в том отношении, что вот, ну, нельзя давать, ну, нельзя давать людям даже элементарно совок, тряпку, нельзя, это ваша личная вещь, с вашей энергетикой, даже тряпка половая, веник, вы моете, метете пол, это ваша энергия, вашей квартиры, какая бы она ни была. Человек элементарно с веника, с тазика может, даже не осознавая, это забрать. На здоровье. Плодотворное, нестандартное. Угу. С тотального очищения еще колбасит. Угу. На здоровье. Вот. Еще знаете, что я не делаю категорически? Ну, с детьми, Лен, это отдельная ситуация. Тут вы сами, конечно, решаете. Если он работает, если он стремится, то почему бы не помочь? А есть те, которые просто тупо сидят на шее у родителей. Вот. Я не делаю, я никогда не меняю крупную купюру на более мелкие. Не делаю я почему? Потому что несколько раз я так сделала, меня обсчитали. Вот. И все равно. Одно дело, когда ты что-то покупаешь для себя, да? А другое дело, что ты достаешь купюру со своей энергетикой и отдаешь человеку. Вот как-то вот меня вот в этом отношении коробит. Очень неприятно. Интересно, меня никогда не просили ни веника, ни соли. Нет, соль просили. Веник, тазик, это мне пришлось пережить последним мужем. Для всех в округе он был белым, пушистым, все даст, все поможет. Когда зайдет домой, конечно, обхает с ног до головы, вот, но тем не менее. И все к нему перлись что-то попросить. Вы просто не представляете, жили в частном доме, и я там орала. Ну, наверное, на несколько улиц в разные стороны было слышно, там, ну, участки небольшие. Вот. Орала матом. Первый раз, второй раз. Потом просто не муж перестал давать, а соседи перестали заходить просить. Ну, не с одной, так с другой стороны получилось. Вот. На мою шею сложно забраться. На мою теперь тоже. Замечательно. С крупной купюрой сложно, Финки. Пришлось в банке просить. Угу, на мелкую. В банке, ну, что-то, да, купить. Сейчас, в принципе, я говорю, очень удобно то, что с картами. По сути, какие-то карты, они по всему миру. Никаких ни сдач, ни обменов тебе не надо. Я даже вот элементарно подключила Яндекс.Такси и подключила туда карту нашу казахскую. И мне даже кошелек не приходится доставать, чтобы рассчитаться за такси. Ну, просто автоматом снимается. Всегда можно найти выход. Всегда. Вот так вот, девчонки, мальчишки. Так что прошу с 1 мая на работу. Без работы мы не можем. Пройдемся по стихиям, по ауре, по тонким телам, по чакрам, по меридианам, по органам, по физике. На тонком плане очень много зацепим. Вот. Что-то новое еще узнаете. Что-то сверкнет такое, что будет у вас ах. Из каждой ситуации есть 78 выходов. Абсолютно верно. Да, матрица Творца будет в один день. Угу. Любим, целуем, благодарим. Я вас тоже. Кладу на карту крупную, снимаю, какую нужно. Через банкомат так меняю. Абсолютно верно.
На здоровье. Сегодня, как всегда, очень интересно. С наступающим праздником Светлой Пасхи. Да, я вас тоже поздравляю. Скоро будем отмечать. На здоровье. Так, вот еще раз скину. Я супер. Ой, спасибо. Я такая. Если продавец просит мелочь, не, ну, там уже, конечно, там уже сдачу ищешь, они сдачу ищут. Правда, в чат скинул. У нас с Людой, с Мальцевой ситуация была, на базаре покупала и сдачу. Ну, у вас мелочи нету, и, Люда, ты почему-то, может быть, у вас в России так принято. Ну вот, начала там что-то придумывать, выдумывать. Я говорю, что ты учишься? Отдай ему эту 1000, пусть бегает у своих, ищет сдачу. Это вот в магазине, когда она одна стоит, реально сдачи нет, да. А вот на базаре волшебный пентель и шурши, ищи. И нашел же. Вот, на здоровье. Соль все прожарили четверговую для шаманства. Я ее, если нужно, заряжаю энергиями. Для чего нужно. И все. На здоровье. Интересно, полезно, с юмором. Чудесно. Просто шикарно. И я вас люблю. Благодарю. Всем пока. Замечательно. Я рада, что вы услышали для себя что-то нужное, интересное и полезное. Самое главное теперь пускать в дело. Я вообще там в отсутствующем состоянии была. Ясно. Ну и все. Всех люблю. Всем пока.